Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу вам пиксельный текстурпак для Майнкрафта Box Edition. После установки данного текстурпака в нашем мире меняются все блоки, в том числе и вещи. Как видите, такое яркое солнце у нас появляется после установки данного текстурпака, и оно будет увеличиваться, когда вы будете на него смотреть. Ну и также уменьшаться, когда вы не будете на него смотреть. Как видите, вот такая у нас железная руда появляется после установки этой текстуры. Да, она меняется на такую красивую. Меняется золотая руда, тоже становится красивой. Но здесь очень красиво выглядят алмазы. Вот так они будут выглядеть. Довольно яркий цвет. И их сразу будет издалека заметно. Как видите, небагнутые цветочки, которые бывают в некоторых текстурпаках. Даже, можно сказать, во многих текстурпаках. Здесь все выглядит аккуратно и нормально. К сожалению, здесь не изменены свечи или факела, можно их назвать так. Но все же здесь очень много доработок. И, как сказать так, нету недоработок, да. Но если не изменена текстура, то это не доработка, а это просто неизмененная текстура. Поэтому текстурпак сделан очень хорошо. Скачивайте и оценивайте его. Деревья тоже изменены на более качественную текстуру. Как видите. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.